Так, сколько поголовья лошадей? Коневодство, вообще, коневодством давно занимаетесь? 2200, да, коневодство, наверное, с 2005 года, вот так, четвертый. Здесь это чисто откорм сейчас? Здесь да, откорм, здесь молодняк стоит, здесь маленькие косяки стоят, которые потом жрецы на племя. Порода какая здесь? Разношерстная, да, я так понял? Ну, вообще у нас, как сказать, на мясо, у нас смесь советского тяжелого воза с казахской нашей джебы. Остальное на отгоне, да? Да. Ох, если бы лошади, как свиньи, в два раза в год давали приплод и по 13 штук. Очистка, смотри, вижу.